Роботу-повару официально разрешили работать в общепите китайской столицы. Автоматы по приготовлению блинов, лапши или кофе давно не редкость, но роботизированная рука пекинского стартапа EncoSmart отличается многозадачностью. Благодаря технологии визуального восприятия и модулю искусственного интеллекта она умеет различать и подбирать ингредиенты, создавать рецепты и меню, определять оптимальное время готовки, регулировать скорость работы в зависимости от потока посетителей и даже оценивать риски безопасности в зависимости от ситуации на кухне. Компания планирует поставлять робота-повара пекинским заведениям общепита, а в перспективе 2 лет выйти на экспортные рынки. Пока управление по регулированию рынка столичного района Хайдянь сертифицировало его для производства картошки фри и жареных куриных крылышек. Регулятор активно изучает риски использования искусственного интеллекта в самых разных сценариях при работе с продуктами питания. Мы строго оцениваем каждый аспект работы роботов-поваров от производства до подачи с точки зрения рисков загрязнения при обработке пищи. Мы выяснили, что риски управляемы, когда искусственный интеллект задействован в простых операциях, таких как жарка.